Ну что, хейоу гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Soul of... Ну короче, Соль и... Святилище. Я вижу, я короче зашел в игру, вижу, тут опять появились эти почки почему-то. Я разобрался немного со святилищем. Что тут к чему? Смотрите, нам нужно короче с вами прокачивать в основном... Я именно конкретного не нашел ничего именно по прокачке. Но я узнал, что нам, в принципе, воля не нужна, так как мы с вами играем не за мага. И нам, в принципе, нужен только сила, выносливость. И там еще был параметр, кажется, что-то переносимость или типа того что-то. Вот это, да, кажется? Не, ловкость. Это ловкость. Ловкость нам не надо. Что-то я не вижу. Ладно, не суть. Короче, сейчас мы с вами прокачиваемся в основном. А где серьезно этот? Это выносливость. Более это не то. Ладно, не суть. Сделать подношение. В принципе, у нас есть две статуэтки. Каменный кузнец и торговец. Каменный кузнец. Маленькая каменная фигурка бородатого кузнеца. Пожертвуйте на алтарь, чтобы... позволить кузнецам работать в святилище, повышает силу, а так, области, которые относятся к святилище. Но я не думаю, что нам, в принципе, сейчас нужно заюзать эту херь из-за одной лишь причины. И эта причина то, что это только начало. То есть здесь у нас враги почти нам ничего не делают, да? Тут есть вон внизу какое-то святилище, да, вот прям под нами, или это не святилище, я не знаю. Ну не важно. Короче, просто... Так. Звуки громкие. Так. Настройки. Сделаю немножко все на 60. Хотя... Ладно, музыку сделаю на 80. Ну, на 70. И погнали. На врагов мы не обращаем внимания. Не знаю, громко, не громко, либо нормально. Просто бежим прямо. Туда, где мы... Так. Здесь я еще не был. Топе. Мы были с вами. А, то есть... То, что я зомбаку не сломал голову, он ожил. Мы сломали здесь проход и пришли в город. Так? С ним мы уже поговорили. Окей, погнали. Да, хорошо, у нас тут развилочка идет. Допустим, я... Так. У нас новый прикид есть. Новая одежка. Хорошо. А, как юзать... Ага, хорошо. Латные поножи, кольчужный пол, так, шолозы или полосы, и стальные, так, хорошо, обеспечивает балансированную защиту от урона всех типов, личное снаряжение рыцаря низшего ранга. Эта обувь позволяет владельцу двигаться быстро и бесшумно, хотя защищает довольно слабо. Так, мягкая подошва обеспечивает отличную специализирующуюся, так, ладно, короче, падение с поверхности, хлопкие штаны. Простые крестьянские штаны вряд ли плохо вооруженных крестьянинов. Так, ладно, не то. Шлем. У нас есть шлем. Маска плута. Ляной капюшон с маской таких носят обычно воры. Это головной убор. Так, укрывает владельца не только от любопытных глаз, но от непогоды. Обычно... Так, применяется добыча, что-то помогает избежать лишнего внимания. Так, а я вот не знаю, надо ли оно нам. Так, хорошо, по кольцам. Кольцо захвата. Малированное белое кольцо, на котором изображено два хватающие руки. Так, это кольцо символизирует неутомимое желание. Повышает количество соли, получаемой из убитых врагов. Так, перевязанное кольцо. Кольцо по помощи исцеления. Хозяина может получить повреждения, но
Достаточно ранее будут меньшить дашкими. Уменьшает эффект ранения. Хозяин может получить повреждение. Ага. Хорошо, кольцо такое. 50 на 50. Что за талисманы? Так, щит. Щит изготовлен из так древесины, покроет слой стали и украшен гербом необычного знамя рода. Хорошо защитит от обычных атак. Так, а дамаг нам не показывают, да? То есть верить я не могу, только в бою. Ясненько, ладно. Тогда отправляемся. Да, стамина мне тратится довольно много. Бутылка. А, типа, спрыгнуть вниз нас, по идее, еще не научили, да? Так, узелок соли. Так, развилка. Ага, яды. Я понял. Яды, яды. Хорошо, это путь куда-то вниз. Ага, это тот проход, о котором я вам говорил. Что тут я, походу, еще не был. Так, у нас лук дали. Хорошо, мы еще нашли себе одно сокращение пути. Здорово. Здравствуй, друг. Безделушки не продашь. Так. Безделушки на продажу, безделушки за монету. Говорить. Как здорово, что ты заглянул. У меня много чего есть. Безделушки всякие, полезные безделушки. Ты мне золото, а я тебе безделушку. Безделушка за монеты. Допустим. Так, локон. Так, бесконечный клык. Клык повреждения чудовища. Почему-то он выглядит очень древним. Намного древнее его хозяина. Так, локон. С помощью воспоминаний... Так, понятно, это дерьмо. Не знаю, почему это должно быть полезно мне. Факелы. Так, огненный болт и обычные болты. Запятная страница. Так, примените на оружие, чтобы добавить к своему атакам урон от тьмы. Либо раздавите... Рубкую страницу на месте, чтобы изгнать из него. Хорошо. Принц. О, вот теперь у нас идут сравнения. Полезная вещь. Хорошо, допустим, 500 на нее. По два куска. Капюшон нищего. Защита. А, мое. А вот. Мне нужно, получается. Давайте, знаете, как я сделаю? Смотрите. Уйти доброй дороги. Хорошо, так. Чтобы узнать. Да, купить. Лучше у него вообще. А, все-таки мне он что-то дает. Маска. Тогда будем в маске. Того у нас выходит. Мы покупаем с вами страницу. А, давайте. Принимай на оружие, чтобы добиться к своему атаке урон. Здесь темная книга. Я не знаю, насколько оно будет. Может, только на один раз. Давайте, короче, с этим... Давайте одну куплю. Так, теперь уйти. Хорошо. Так, теперь у нас есть вилы, топор. Как мне поставить на тебя этот... Талисманов нет. Селение. Тоже не то. Ага, вот. У нас все предметы. Мне нужно просто было на сумку нажать. А где то, что я купил? Так, я сейчас немного не догоняю. Так, ухо можно использовать для
трансформации или обменять лидера. Так, можно использовать для трансформации, понятненько. Мы можем еще в кого-то превращаться, получается. Где знак тьмы, который купил? А, я не купил его? Минуточку. Купить. Да. Да. И да, 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 принимаю. Так. Нет, это не талисман. Бросить. Пользовать, надеть. Так, мне нужно использовать, получается. Ой, сложно, сложно. Так, применяется на оружие, чтобы добавить к нему атаки урон тьмы. Мне кажется, это временный почему-то будет у нас эффект. Допустим, использовать. И насколько он, допустим, вот. Опа. Их. Их тебе. Идем отсюда. Мне кажется, что это эффект не очень долгий будет. Мне нужно на другую сторону. На другую сторону мы уж... Блин, если это... Хотя нигде не показывается то, что эффект отнимается. А да, платформы восстанавливаются. То есть... Не факт, что с той стороны тоже такая же херь. Ну что, там не стена. Если упаду вниз, то... Да, эффект пропал. Класс. Минус ГГ, минус 500 золотых. Окей. Тогда как-то так. Разбойничий перевал. Опа, святилище. Да зарит твой путь свет. Двары. Говорить. Где двары не знает преград. И вот тепло проникает даже в глубокие тени. Я проводник света, Девары и ее сосуд. Всем, так, существам в мире доступны ее свет и ее прощение. Так, допустим. Используется на оружие, чтобы добавить к своим атакам урон от света. Булава мне нахер не сдалась. Щит. Сосуд света. Запечатанный глянцевый сосуд с водой света. Так, зло лежит. Так говорят, что в этой воде слюна Девары. И таким обзором богини вечно плюют на зло. Одно из двух. Либо оно активное. Хера, сколько хил стоит. Допустим, давайте один сосуд куплю. Да ладно, куплю еще один. Учить молитвы. Готово. Так, впусти в себя ее свет. Он защитит тебя. Так, вот здесь вот идеально. Теперь я больше получаю пространство. Фигурка наемника. Допустим. Так, факт то, что это мне куда-то приведет. Сначала давайте запрыгнем. Я говорю, запрыгнем. Так, колокольчик возвращения. Я должен понимать, и что я. Что вот это за сфера, во-первых. Непонятные. Да, я ползу. Понимаю. Хорошо, я что подобрал? Сумка соли. Можно, в принципе, сейчас заюзать соль. Так, хорошо, у нас здесь две развилки. Развилка вниз. И развилка у нас есть, короче, влево и вправо. Если смотреть слева, то там несколько развилок. Давайте я пройду вправо и посмотрю, что здесь. А,
Допустим. Так, они разумные. Ни хера себе их тут. Чё-то их тут многовато. Очень много их тут. Я понял. Давай по одному. Допустим, хорошо, нам сюда рано. Пятьсот потерять соли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну нафиг. Ну нафиг. Он метает топоры в меня еще, говнюк. И? Там две собачатины. Она не может пройти за него. Поэтому, что я делаю? А, мы уворачиваемся. Великолепно. Но соли мне дают прилично. Ты что, место тут очень жесткое? Допустим, уха. Ну, меня не так жестко коцают на самом деле. То, что их только много здесь. Так, щит. Так, минус собака. Минус ты. И куда ты свалишь? Так, вниз проход у нас есть. Я полезу наверх тому. Фляги, стоит ли хьюзать? Ладно, после этого прыгаю к нему. Допустим. Хорошо, вещички нам еще дали. Так, здесь у нас опять развилка идет в несколько сторон. Не нравится мне то место. Пойдем сюда. Просто пройдем. Тихо. И нужно примерно понимать. Юзай. Я понял, до свидос. Там что-то зловещее было. Это лифт вниз, походу. Но там опасно. Здесь место само по себе опасное. Ух, все, я умею еще цепляться. Идеально. Я думал, класс, теперь только смерть. Так, 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 так. Кажется, дальше тебе не пройти. Если мне не изменяет память, это обелиск открывает путь к замку. И... Но воспользоваться им не так-то просто. Возможно, тебе стоит спуститься в глубины прибрежных руин этого царства, разгулявшейся гнили. То есть... Порой полезно вернуться в начало пути. Но твой путь начался не на острове. Какая досада. Я понял тебя, чел. То есть сюда мне вообще еще рано идти было. Ну как, не рано, вниз я точно не пойду, потому что там какая-то опасность, что там сильно замудренная.
Так, на дерево можно как-то залезть. Тихо, я хочу на дерево. Нужно хотя примерно понимать. Так, формы, которые я могу, по идее, менять, это используя предметы, да? Так, бестиарий. Так, солдат. Утонувший налетчик. Оживленный топленник, варвар-налетчик. Одетый в покрытый соляной... соляной картой шкуры. И возрожден до зубов грубыми секирами. Вооружен. Так, крестьянин, моряк, души, которые поставили на то же беда, что и многих жителей острова, а тела все берет свои дорогой. Варяне, зная, что это борится, борится. Смотри, их убил. Берсерк, собаки, утонувший разбойник. Утонувшее тело разбойника с большой дороги, воскрешенного в блоке, блики до того же мародера, который он был при жизни. Но замечу, что они более жесткие. Гнилой скиталец, гнилой арбалетчик, мародер, утонувший солдат, утонувший, так, наемник без доспехов, видно, волны вынесли его на берег, теперь он стал безмозглой нежитью. Ну, воевать разучиться не совсем, разучился совсем. Налетчики, понятно. Что мы сейчас с вами делаем? Возвращаемся к святилищу. Там отдыхаем. И это будет теперь наше главное место. Потому что здесь можно, по идее, дары давать. А мы с вами выбрали это, да, по идее, место? Так. Дозаритовый путь. Готово. Так, значит... Повысить уровень. Повышаем уровень. Древо навыков. Так. Та-та-та-так. Сила, выносливость. Выносливость. Мне нужно переносимый вес увеличивать. Только не знаю, где он. Ловкость. 3 надо. Блин, можно, в принципе, продвинуться немного, чтобы прокачать вот это. Да. Нужно доспехи прокачивать. Пойдем, короче, по пути воина и будем прокачивать военный. Так, сделать подношение. Каменный кузнец, каменный торговец. Боже, не знаю. Ребятки, ребятки. Ну, допустим, хорошо, пускай будет кузнец здесь. Привет. Готово. С. Надо что-нибудь сковать. Говорить. Не помню, как я очутился на этом острове, но я кузнец, значит, буду ковать. Хорошо, что у тебя есть покупить? Я такой меч. Атаки от 10 до 13. Мечи эти хуже будут. Вот эта пушка, ну это пистолет. Он лучше будет. Щит. Так. Мягчайшее оглушение. Защита от рубких атак. Но в остальном, в принципе, хороший. Можно купить как вариант. Доспехи и фигня. Что ты можешь улучшить мне? Так, давай я хочу щит посмотреть. Ой, а этот щит намного... Блин, получше будет. Только вес побольше. Получить меч. Ух, окон. Задуши, а мне ты не берешь, да, как я понял? Прикольно. А купить у тебя за монетку я могу все-таки что-то. Так, давай я сделаю сначала так. Это опасное место, не теряй бдительности. Сначала заменим с вами щит. А предбэк. О, все. Так, отлично. Теперь купить. Посмотреть, сколько и этот щит будет. Этот щит хуже. То есть мы лучше.
Так, так. Есть два варианта. Я могу пойти пофармить души. Давайте сразу сюда всех, да, я думаю, занесем. Сделать подношение. Или рана. Наемника. Повышает эффективность блокирования области, к которой относится святилищем. Так, пожертвовать на алтарь, чтобы призвать святилище наемника. Маленький камень, фигурка, фигурка наемника. А, давайте. И так уж и быть. Всех. Готово. Так, здорово. Ищешь напарника? Так, говорить. И это опасное место, возможно, не стоит пройти здесь в одиночестве. А нанять, сколько ты будешь стоить? Игрок-наемник. Left mouse. Ага. Магазин. Яйца раздора. Обычные яйца благословения для церемонийного испытания. Никто не знает, откуда подошли так эти яйца. А, это для ПВП. Нанять. А почему я тебя нанять не могу? Ладно, плевать. Уйти. Короче, дерьмово с тебя. Наемничек. Так, приветствую, путник. Хочешь глянуть на мои товары? Допустим. Купить предметы. Опа, этот более уже у нас распространенный, я вижу. Так, показывает местоположение потерянных Так. Освещает окружающее пространство. Опа-на. Это нам нужно. Но довольно дорого стоит. Блин, лучше бы я покупал не записку, а вот это купил. Так, колокольчики. Позволяет мне так возвращаться, понятно. Знать человека, соль лба его. Ибо она есть суть жизни его. Так. Мальтис. Стоит 500. Узелок путешественника, наполненный солью. Купить предметы. Продать предметы. Так, давай ты будешь мне показывать то, что у меня есть. SSS. Ого. И на самом деле, это, если бонус к стилю такой жесткий, это хорошие вещи. Эх, по дешевке. Ну, ладно. Булаву я продам. Щит я продам. Так. Куртка плута. Класс. Тяжелая броня. Класс, класс, класс. Это легкая броня. Легкая броня нам не всралась. Легкая броня мне не всралась. Тяжелая броня тоже это фигня. Все. Шлем. Оно весит он больше. Давайте, ладно, так сделаю. Остальное ставлю. А что вот это? А, арбалет, секира, видите, нужен класс. Когда это тоже на продажу. Так, у меня денежек, в принципе, достаточно. Я могу купить кольцо, чтобы вступай, короче, окей. Можно несколько раз сходить на этих челиков. Да, они тут есть. Жалко, что я цели не могу захватывать. О. А, мне нужно в последний момент. Ух. Тихо, тихо, тихо.
Не, в принципе, здесь фармиться легко будет. Монетки. Только я не понимаю, как парирование здесь работает. А, то есть... Окей, понял. Я понял, как парирование здесь работает. Смотрите. Мы ждем... А, нет, не понял. Нифига, я не понял. О! То есть мы защищаемся щитом. Вот парирование идет. Отлично. Ну, более-менее я уже понял. А, С нужно нажимать. Блин, это плохо. Пофармиться без вас. Но замечу, что у меня... Я еще наношу такой хороший дамаг из-за эффектов, которые у меня снизу находятся. Видите, там где соль. А, ну это такое. Не, перекаты у меня много забирают. То есть мне придется большинство урона это впитывать. Ладно, давайте тогда на этом закончим с вами. В следующей серии, ну, я уже все подготовлю. Оформлю монеток на фонарь и на колечко. И тогда продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.